Сегодня первый день моих португальских занятий, португальский язык. И я решила после занятий пойти пешком со своими эндопротезами двумя. Я решила совершить мини-подвиг. Хотя, впрочем, я его уже совершала вместе с коляской и с дочерью. Да, а теперь хочу, вот спустилась раньше на набережную. Здесь набережная идет вдоль многих-многих курортов, от Каркавелуша до конца, в общем-то, Кашкая. Да, и вот там видны вдалеке, не знаю, в общем, кубические здания такие, это апартаменты в Кашкае. Это вот мне нужно туда прийти и еще подняться потом наверх к своему дому. Ну что, ну для меня это прогулка минимум 2 часа. А вообще, может, больше. В прошлый раз, по-моему, 3 часа у меня заняло. Это где-то неделю назад мы ходили. Но зато сегодня я иду с чувством выполненного долга. Уже первый урок прошел. Группа попалась практически вся англоязычная, потому что дневная, видимо, англичане, американцы, бразильцы, индийцы и, по-моему, 3 украинок. Вот. Так что будем, как бы, в действительности очень удобно. То есть на английском мы говорим, и на португальском. Так что, в общем, поздравьте меня. Не знаю, какой будет выхлоп, насколько это все будет качественно, но в принципе я ожидала худшего, вот скажу честно. Так что с начинанием у меня. А вам всем хорошего дня!